Ну что, Эр, погнали? Да, давай. Ты готов? Давай. Ну уже, ну. Надо было их заскриншотить, чтобы потом не вспоминать. Я же на видео записываю, чтобы потом не вспоминать. Хорошо сказал. Надо их запомнить навсегда, чтобы потом о них не вспоминать. Ох уж эта музыка в лобби. Это было ужасно, Ир. Ты мне испортил сейчас всю ностальгию. Держу тебя в руках и готов исполнять трюк. Ну вот мы снова встретились. Я, наверное, сейчас поставлю All Talk. Ага. Поздороваемся, да, со всеми? Hello. Привет. А, всем привет. 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 Добрый день. Здорово. Здорово. Привет. Противники, махай. Здорово. О, привет. Всем привет. Всем рождения, Леш Фурдет. Слово 2019-м, это как пинать мертвого. Я этого дня ждал. Как дела, как настроение? Отличное. Я волнуюсь. Бля, сердечко колотится. Давайте я выключаю этот All Talk и погнали. Давай. Бля, страшно. Ровно 10 лет назад, 17 ноября 2009 года, появилась на свет игра всех времен и народов Left 4 Dead 2. Последние 7 или даже 8 лет она никак не поддерживается, не обновляется, в ней не справляются баги, не появляется нового контента, но несмотря на это, в нее до сих пор играет достаточное количество игроков. Ждут Left 4 Dead 3, наверное. В общем, я не мог обойти это событие стороной, и мы с Эром решили поиграть в нее вместе с вами. Я создал запись в разделе сообщества о том, где и когда нас искать. Спасибо всем, кто пришел. Я понимаю, что места хватило не всем, также извиняюсь за кики, так как мы хотели поиграть со всеми желающими, и у некоторых были закрытые Steam профили. Монтаж же данного видео будет отличаться от привычного формата на канале. Я решил обойтись без фоновой музыки, мемов и прочего, чтобы видео получилось максимально ламповым, атмосферным и ностальгическим. Надеюсь, вам понравится. Ну, как бы, всем приятной игры, пацаны, удачи. Так, я спаун крою. Не тупим, сосредоточены, мы должны победить обязательно. Что-то не было чарджа, не было чарджа. Так, чарджа нет и не будет. Нет, не сегодня. Сорян. Сорян. Мы должны победить обязательно. А, чувак пытается запрыгнуть, смотрите меня. Я его не атакую. Опа, он это сделал. Он это сделал. Эйр, смотри, хайскилл трюк. Но некому. Так, где-то профессиональный бумер. Тут профессиональных чарджеров нету, вот аккуратно надо. А, профессиональный чарджер, окей. Для минус ноли? Да, мне минус ноли. Отличное начало, Эд. Время мести. Эр, есть лист, Эр? Да. Да. Аккуратненько, давай. Ой, хорош. Ох. Не того, но ладно. Тебе нужны еще зомби? Я вот только не помню, куда дальше. Кура тут. Доедают. Что за команда, а? Так я к тебе, Ир. Такую землю заблевывается нормально. Да. Так, идите сюда. Сейчас буду Эрис фигачить. Все, я положил. А знаешь, что, возможно, плохо, что я тут под водой? И ничего не видно? Нет, ты можешь утонуть. Да, можно утонуть. Уходи отсюда. Да не надо, пусть я взорвусь под ними. Я буду другим пить, кстати, что это плюю.
Найс. Эй, вот такого. Не попадаю. Вот паразит, а. Трюкача. Слезай с забора, мама убьет. Ё-моё. Не разъединились. Блин, я хер не сделал. Овер, давай. Я готов застревать. Контроль не хватит застрять. Ну, передаст сейчас кому-нибудь, мне передаст. Все, стоим в выживших. Выживших. Просто выживших. Просто застрял. Бумер есть. Я под картой, я под картой. Что? Где я? Что за фигня? Пробуй, не знаю, как ты реально в прыжке. Во, попадаешь, отлично. Попадаешь, отлично. Попался, что ли? Хорош. Да, себе. Ир, ответственный момент. Я готов. Ты тоже тартан под текстурами застрял, вообще ничего не могу сделать. О, вы поймали? Неплохо. Сбей его, походу сбить все равно, пофиг. Пробуй дай. Во. Чё это такой баг? Я его первый раз мочу. Мы этот баг сами первый раз видим. Прикольно. Я хочу знать. Наверное, действительно стрёмно, когда ты даже не знаешь, где он, ты просто чувствуешь, земля трясется, он реально под землей, просто вот дрожь земли. Пол — это лава. Так вопрос, пока вот сидим. У вас же был такой, типа, этот персонаж? Шади? Да, да. А, вот. Кстати, ушел или выгнали? Выгнали, конечно. А за что? Как быстро бегал. Не давал играть нормально, все карты спидранил. Как, невозможно было играть. Все понятно, литочки, да, все понятно. Шад, если ты это смотришь, ты же знаешь, что я тебя люблю. Так, вы поняли, да? Нам нужны пайпы. Если пайпы найдете, дайте их нам, пожалуйста. Мы хотим трюк прикольный выполнить. Есть пайпа, ребята! Все, я возьму. Так, отлично. Откидывай пайп вперед, убивай всех за боков. Просто прикрывайте меня и держитесь подальше. Это за мной? Это за мной. Это за мной. За мной. Инк! Это за мной! Сука! Все, теперь аккуратно здесь. Аккуратно здесь. Не подходите ко мне. Эр, ты тут, да? Готов? Да. Есть. Все. А, трюк, ребят, выполнен. Выполнен. Вот это сейчас подтолкнем. Нормально. Ничего. Тут смотрите, только не спрыгните в эту сторону, вот сюда. Ссылку на гайд, как выплатить трюк, я скину в описании под видео. Ну тут патроны должны быть, и оружие какое-нибудь. И милишка какая-нибудь. Нашел милишку, ну тупую, но милишку. Взял дефиб. А, чуть не хватило эр. Старею. Конечно, я уже пожилой лефтер. Да, песком. Так, это ведьма моя. С нами все кончились. Это самое, тебе все еще нужна эта ведьма, или я могу ее взять? Нет, я. Все, реабилитировался. Ивент не вызывайте, мы его пройдем. Да, Ир, не забыл? А я понял, я понял. Трюки. Че, давай первый.
А? Держи где-то сзади. Угу. Я охотник еще. Идеально. Живите, ребята. Ай-яй-яй. За, Громила! Ребят, сейчас я вам скажу, как спрыгнуть. Я понял, когда... Зажмите пробел, как? И когда полетишь вниз, я нажми на Е. И кнопку Е. Желательно меня поднимать. Ладно, это тоже работает. Я нажала Е! Смотрите. Блин. А, нет, ненормально. Дефит, конечно, есть. Смотри, у меня начал он поднимать, но он мимо крыши, видимо, прыгнул и всё. Могу еще не танк. Фух, мы спасены. Я закрутил чар. О, хороший, да, я видел. Давай распрыг прям в них, давай. Два прыжка. Ля какой! Один лежит, но у всех таблетки. Так, у меня есть сейчас, конечно, другое, что я сделаю. Угу, понятно. Сейчас посмотрим, у кого из них ВХ. Проверим. Ну все, дошли. Ну блин. Помечено. Нет, уже. Сора, сделай что-нибудь. Сора, сделай что-нибудь. Да, отойди на мое место. Что? Отойди на мое место. Короче. А. Так, ну оставь, я пошел, пока мне получилось. Отсюда? Танк вызвал. А как дальше? Ты со мной, да? Да. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Так, я появился, тебе тоже рекомендую, а вдруг они респы перекроют. Угу. Чё? Всё, понеслась я. негр бы царапнуть. Чтобы... Да он сейчас пока будет прыгать здесь, у него все кончится. Все, он уже закончился. РТГГ. Я не пройду туда. Не, слушай, дай им поднять. Не хочу. Иди сюда. Что там происходит, я не вижу. Все. Все, это конец. Смотри, как Ника разрисовали. Это гениально. Я лечусь. Я, пожалуй, тоже. Могу бегать.
Он знал, что делать. Неплохо. Ну все, убивайте, меня сейчас Эйр поднимет. Эйр, что? Ты же меня поднимешь? Угу. Встаньте в них внутри. Не появляйтесь внутри, в них встаньте. И приготовьтесь атаковать. Ага. Я застрял. Сейчас я депортнусь к вам. Просто в призраках стойте прям в них. И готовьтесь сразу атаковать. Окей, подойдите поближе к ним. Опа, наверху, крыша. Так, наверху одного оставил, состреливаю. Очень мало хп. Ого, отлично. Все, они тебя боятся, и это хорошо. Минус один. Жди нас. Сейчас контроль передастся. Просто берегите его танка. Я пошли назад, ничего себе. Да, не назад, пошли. Они идут обратно. Убил бы ты меня, слышь? С Питера? Да. Ловлю. Ну-ну-ну-да. Ты от чего умер-то? От того, что ударил машину? Не знаю, мне кажется, меня выстрелили, но может быть я сам себя убил. Так, ладно, их двое осталось. Хеллоу. Фоткаться будем? Привет. Вот, выходите. Вот этого мы не звали его. Вот тут освещение получим. Да, давай. Да. Это свет хороший. О, можно я нажму? Вообще, это вообще выглядит смешно. Фоткать, ребят. Давайте, вставайте по кругу, Ой, прости, я, кажется, моргнул. Давайте, друзья, кто-нибудь сфоткайте меня с ним, пожалуйста. Я хочу вас всех сфоткать. Бумер, а ну кидай. На место. Ты же робот по всех закрыл. Сфотку. Раз, два, три. А теперь на счет раз, два, три убиваем друг друга. Раз, два, три. А впустите себе. Сейчас открою, да? Вы не будете нас убивать? На фотосессию. Давай, дверь, не убивайте. Я открою дверь. Давай, да тут вообще снаружи сыро, холодно. Окей. Вам повезло, блин. Вы будете платить за ипотеку дома? Только пусть вы нас тогда не трогаете, окей? Все. Вот сюда ставимся. Хорошо. Люди поставим. Да ладно, с самим импортом. Давай, чтобы ты зайдёшь красиво. Ну, вообще, да, я промок. Да, что там красивей. Наливай чай. Слушай, даже не приготовили. Блин, извините. Вот, Инк, держи таблетку. О, спасибо. Отлично, ёлка. Пошла отсюда. Ты плох, Инк, я не понимаю. Толстяк? Да, я бумер. Ну-ка, в принципе, как в реальной жизни. Как ты зарабатываешь? Я что, на интервью в Дудя? Да. Просто убедиться, тебе нужно скидывать деньги? Я думал, то, что я никогда к вам не подключусь. Автограф. Фоткай нас, да, вот мы возле стенки. Только автограф делайте и все тогда. Да. Я хочу с Аэром и еще с Толстяком. И тогда все. Пожалуйста. Толстяк. Толстяком, у Толстяка есть имя. Я стану рядом.
Вот так вот, приготовьтесь скриншот делать, смотрите, можешь делать вот так. Что ты обиделся? Нет! Все, атака, атака. Так, время олд-толка. О, говорить можно? О, привет. Пусть говорят. Меня тут ждали. What the fuck? Я ждал. Паца, у человека не клакер, он ни один раз не был танком. О, о, собрал. Класс. Все, я прошел. Открываю тогда видео, да? Спасибо. Чувак что-то спрашивает, я не понимаю, чего. Им понравится. Я думаю, да. Тебе? Я плёво, не. Можно с тобой, можно с тобой? Кто хорошо, это хорошо. Был же? Пошу, я испугался. Вот, ну зачем? Мягко сказать, от этого танка. И ну зачем? Ну что тут? Что я тебе такого сделал? Зачем ты вот плюешь мне в душу прям? Ты такой красивый стал. Ну ты посмотри на себя, ты же красавец. Курят. Ой, сори. Алло. Чтобы подтвердить, что вы не фейки. И застрял я. Привет, это логотип. Ага, только сейчас ты под танком. Можете, пожалуйста? Что за логотип? Такой вообще-то. А, всем еще... пока. О, пока. Можно, пожалуйста, еще раз? У нас общий чай, да? По-прежнему общий. Да. Где ты? Я не вижу. Да вот, от тебя упрыгнул зайчик. Чё творит? Охотник, да вот? Привет. Блин, как дела? Вы сдадёт. Читал? О, нет! Чё? О, какой везучий, а? Почему... Эй, почему ты не умер, блядь? Почему? Эй, что ты там делаешь? Я в это время был занят другим. Снимите меня, пожалуйста. Эр, я тебя снял, не беспокойся. И ведь обидно, что мы тебя не сможем поднять-то. Иди пивом. Не сможем. Почему? А потому что ты умрешь от повисания. У тебя будет рэгдольная такая анимация тупая. Понял, о чем я? Ну попробуй добей меня, что ли. Хотя да, слушай, я не попробую добить. Только это нужно прям подловить момент. Добей. 20. Ты снимал где-то по десятке, пора стрелять. Да, кажется, получится. Да, получится. Ну чертова гении. Опа, опа, опа. Лайфхаки все понимают. Я не верю своему счастью. Че, баканул? Что я сделал? Чего ладно? Вот тебе за это. А! Если мы проигрываем, да мы тебя против для хорошего. Я так знал, еще поливальщица. Ну все, я так знал. Беда. Давай, давай. Все, я умру, прощайте, друзья. Оттуда. Он уже с жизни прощается, его просто мобы бьют. Нет, не умирает, куда? Я умру. Чашер, иди сюда, чашер. Пацаны, он там разговаривает. Я слышу, ты... Инк, ты что, курище? А? Что честно. Я все твои видео смотрела, от меня ни хера не скроешь, я тебе сразу говорю это. Опасный подписчик. Вот тебе друг, Ташелька. О, все? Пей таблетку. Да, все. Опа. Нет. Нет! Рошель живая, надо ее это... Рошель, давай! Ты должна! Поднимай, Жопа! Все! Давай! Блин! Тащи сзади! Наша победа! По машине попал. Спасибо за игру, ребят. Спасибо за игру. Что пришли. Спасибо за игру. Честно, распятаться по наших профилей. Спасибо. Очень шумно, но всем спасибо за игру. Все, полетели, да? Ну давайте, до скорого. Прилетайте еще. Спасибо за игру, ребят. Игруинг, мы любим тебя.
Тоже спасибо. Доброе видео. И удачи тебе. Легенда остается легендой. Лечили. Столичили. Круто сыграли. Очень круто. Да, спасибо за игру. Спасибо за игру. Вы просто прекрасные ребята. С тобой тоже. Спасибо. Try.